Дело в том, что сегодня мы провожаем человека, провожаем, я не побоюсь этого слова, великого человека, скромного, доброго. В его молчаливости чувствовалась мудрость. Это человек, который никогда не выпячивал себя вперед, но тем не менее он был настоящим художником, который, как говорили здесь, воплощал внутренний мир человека в своей картине. Он иначе чувствовал природу, иначе смотрел все вокруг, потому что он художник. И вообще всегда говорят в народе, что будь это композитор, или поэт, или писатель, он настоящий художник. Вот он действительно настоящий художник. Уходят государственные деятели, уходят те, которым рисовал картины еще в Самарканде, всяких Корисполковых, Лоскакова, но тем не менее они ушли, а художник остается, и картины живут вечно. Казалось бы, ну что человек прожил, допустим, 93,5 года, ну разве можно, когда родители вообще уходят, это кончается мир. Потому что отец для сына является первым героем, а для дочери первой любовью. Это была великолепная пара. Я всегда восхищался этой удивительной парой. Вот какая-то действительно было взаимопонимание, и она была действительно музой для этого замечательного художника. Очень важно, когда дома рядом с тобой друг, который может тебя поддержать, который будет тебя вдохновить. Это была тетя Эстер.